Здравствуйте, друзья! С вами Ольга Полякова и мои помощники Боря и Миша. Мы отправляемся в самодельное путешествие и приглашаем вас с собой. Мам, что это? Это марионетка. Можно попробовать? Попробуй. Вот здесь вот походи. Мам, это гусеница? Мы тоже хотим сделать марионеток. Поможешь? Конечно, помогу. Сегодня наше путешествие будет в Италию. Марионетки родом оттуда. Собственно, их название переводится как «куклы на нитях». Вот эта марионетка сделана из старых бус и двух палочек от леденцов. Понадобились еще нитки и кукольные глазки. Собственно, вот и все. Но мы сегодня сделаем марионетки из еще более простого и доступного материала. Сделаем их из бумаги. Мы сделаем бумажных птичек. Есть еще одна версия происхождения слова «марионетка». Считается, что оно произошло от имени изобретателя – Мариони. Родиной марионетки является Венеция. Марионетка принимала участие в ежегодных церковных праздниках. Птички наши будут из конусов. Посмотрите, я уже сделала тело птичек. Они из вот таких вот секторов. Нам нужно сделать еще два конуса для головы и еще сделать ножки для этих птичек. Пожалуйста, ребят, помогите мне вырезать. Миш, дай, пожалуйста, Боре ножницы. Давай. И еще одни ножнички дай, пожалуйста, мне. Хорошо. Боря, вырезай вот здесь вот, там, где линия. Нам понадобится плотная бумага, чтобы птичка прослужила хотя бы некоторое время. У нас готовы конусы будущие. Теперь нам понадобится клей. Намазываем одну часть заготовки. Теперь беремся за второй конец. Вот так. И соединяем вот эти два конца. Вот так? Вот так. Казалось бы, такое простое дело – свернуть кулек. Но в современном обществе кулек почти вышел из употребления. У нас кругом пакеты, и дети кульки сворачивать не умеют. Может быть, стоит вернуть это умение, оно еще может пригодиться. Итак, у птички есть тело, есть голова. Так, давайте сделаем ножки. Мы сделаем волшебных птичек. И они у нас будут тоже красивые. Не журавли, не цапли, не райские птички, а каких сами придумаем и украсим, как захотим. Так, Миш. Склеивай, пожалуйста, маленький кулечек. Я уже намазала клеем, чтобы был остренький носик. Так, и для второй птички тоже сделаем ножки. Ну вот, ножки у птички есть, голова и тело есть. Будем собирать наших птичек. Нам для этого понадобятся нитки, иголки. А еще для того, чтобы марионеткой можно было управлять, понадобится вага. Вага – это приспособление в театре кукол для управления куклой-марионеткой. Мы сейчас сделаем вагу крестовину. Нам понадобится соединить палочки вот так под прямым углом. Можно обмотать их нитками. Но, я уже говорила, к сожалению, дети с нитками работают не очень хорошо. Мы воспользуемся бумажным скотчем. Сделаешь с нитками, Миш? Да. Давайте, Миша покажет, как обмотать ниточкой. В одну и в другую сторону, да, Миш? И еще один маленький совет. В качестве ваги мы используем сейчас палочки для шашлыка, но у них острый кончик. Если дети еще маленькие и могут пораниться, палочки лучше затупить. Мы сделали крест и проклеиваем его скотчем в одном и в другом направлении. Если какая-то сторона получилась длиннее, ничего страшного. Вот здесь ровно, а здесь как раз будет голова и тело птички. Тело немножко больше, поэтому то, что крест несимметричный, это даже хорошо. Давайте на тело и на голову птичек сделаем, вот, сделаем украшение. Нам понадобится сделать, может быть, пятнышки или треугольнички, если птица совсем волшебная.
С помощью марионеток кукловоды устраивают настоящие спектакли. Куклы оживают в их руках. Они вкладывают в них душу, и кукла начинает жить своей жизнью. На голове понадобится сделать украшения и глазки. Миш, какой тебе бумага понадобится? Выбирай. Ножницы у вас есть? Голубая и желтая. Хорошо, возьми какую-нибудь одну для начала. Я предлагаю твою птичку украсить цветными кружками. У нас будут кружочки разноцветные. Мы соединим, например, голубые и синие. И сделаем глазки для наших птичек. Так, Борь, давай голубые крылышки сделаем. Все равно какая-то синяя или голубая. Договорились. Так, смотри. Мы вот так вот сделаем. Согнем пополам, чтобы крылышки у нас были одинаковые. И вот так вот. Так. Вот такие цели. Да. А по краешку мы сделаем здесь вот перышки. Смотри, какие красивые. Вот такие. Да. Как раз? Как раз нормально. Ну, давай, как раз нормально. Как будто птичонок. Тогда получится. Договорились. А не птица, а птичонок. Так. Ну вот, одно крылышко. И второе крылышко. Для того, чтобы прикрепить ножки и голову птички, а также сделать нитки, за которыми она будет держаться, нам понадобятся нитки и иголка. Нитку мы пропустим в вершину конуса. С обратной стороны ее нужно закрепить. Дальше можно просто прикрепить вот эту ногу к телу птички и закрепить ее изнутри. Но лучше сделать обе ноги на одной нитке, тогда можно будет регулировать длину и добиться того, чтобы ножки висели на одной высоте. Мы прокалываем тело птички с обратной стороны от крыльев, ну, собственно, там, где должны быть ноги. Сначала внутрь, а потом выводим нитку наружу. Теперь у нас одна ножка прикреплена к телу, и есть ниточка для того, чтобы прикрепить вторую ножку. Теперь мы в конус будем идти не изнутри, а снаружи, с вершинки внутрь. Закрепляем ее. Вот у нас получилось тело птички с ножками. Нужно прикрепить голову. Так. Прикрепили нитку изнутри к конусу, который изображает тело. И теперь скрепляем тело с головой. Вот так. Вот, молодец. Ну вот. И готова? Сама птичка готова, но она еще не прикреплена к ваге. Нам понадобится еще одна нитка. Значит, я тоже должна еще прикрепить. Конечно. Я, значит, ходячий клеющий скотч. Да. Точек крепления птички у нас будет 4. Одна на голове, одна на хвосте, ну или где-то на теле, и две на ножках. О. Борик, теперь твоя помощь нужна. Держи. Крестовину держи. Крестовину. Крестовину. Держи, ровно держи. Ровно держи. А, она стоит мелкой, ну, просто что ли нитки делаем поменьше, когда намотаем, да? Конечно. Ну вот. Этой птичке осталось только прикрепить ножки. Нам нужно крепление для ее ног. Поэтому мы по сторонам нашей ваги привяжем еще ниточки и к ним привяжем ножки птички. Это для того, чтобы тело держалось.
Помоги мне, пожалуйста, нужно подержать птичку, а я привяжу птичку. Вот так вот. Вот, вот здесь держи, а я ножки ей прикреплю. Сделайте свою марионетку. Сделайте целый театр. Устраивайте спектакли вместе с детьми и наслаждайтесь проведенным временем. Ну вот. А чтобы ноги птички лучше шагали и не болтались, можно утяжелить их кусочком пластилина. Борь, сделаем? Так. Вот зачем нам пластилин? Какой? Пластилин. Можно. И зеленым. Ну, нам все равно будет не видно. Это все будет внутри. Сделай, пожалуйста, шарик. Не очень большой. Я из всего этого пластилина. Вот так. Борь, смотри. И вот сюда вот прикрепить. И вот сюда прикрепим. Вот, молодец. Отлично. Вот. Теперь ножки стали у птички потяжелее. И она будет лучше слушаться. Можно я? Да. Ой. Так, попробуй. Я лечу. Так. Ну вот так. В общем-то, из подручных средств. Вот. У нас получился маленький кукольный театр. На самом деле, театр может быть и не маленьким. Такие куклы можно делать и большого размера. Вот и я. Ну вот, наше путешествие в Италию закончилось. Если у вас остались вопросы, мы ждем их на форуме телеканала. А пока мы с вами прощаемся. До новых самодельных путешествий.